Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Выполнение возвышенной жизненной миссии для носителей этого имени связано также со стремлением к духовному совершенству, к развитию своего внутреннего мира. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. С одной стороны, и владельцев этого имени знают как людей, ответственно и серьезно относящихся к жизни. С другой же, они тянутся к путешествиям, неупорядоченному существованию. Большинство из этих людей руководствуется своими собственными нормами поведения. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Этим людям важно, чтобы окружающие признавали их авторитет, с уважением относились к ним. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.